Антон, ты его не видел? В смысле, я по нему стрельнул. Ну, это понятно. Просто поздно заметил. Сейчас будет опять что ли свой не свой? Не, вообще-то, я его заметил как раз, когда он на меня вышел. Угу. Я по нему промазал и спрятался за стол в надежде выжить. Но там вроде опоздан догнал, что меня подстрелили, потому что, ну, типа, спросил, кто стреляет. А я уже без санки тогда лежал. Это ты в елке был, да? Да. Что там произошло? С РПГ. Я такой говорю, короче, пацаны, где вы? Чё, типа, вас там даже один убитый. Шесть. Он тебя с РПГ снял? Да. Он сам тебя не умер, что ли? Паша, Паша. Нет, нет. А вы, короче, в теории, знаешь, там, где у вас БТР был... А, в елке я был, да? Вы, не, вы можете на эти здания, могли, точнее, АГС вынести и просто оттуда поливать всю строю. Можно было, да.